Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Это один из самых молодых праздников, который, тем не менее, имеет древнюю историю. 8 июля почитают святых Петра и Февронию Муромских, которые считаются символами и покровителями семейного счастья. Фонд общественного мнения «Медиа» выяснил, как с возрастом меняются человеческие ценности. На выбор респондентам предложили 9 вариантов ответов, среди которых семья, достаток, стабильность и безопасность. Так вот получилось, что чаще других прозвучал ответ «семья». О том, что это главная жизненная ценность, считают 64% опрошенных, причем большинство – люди в возрасте от 25 до 34 лет. На втором месте – безопасность – 51%, на третьем – достаток – 43%. О том, что семья – самое главное в жизни, уверены и те, кому за 65, таких 53% от числа опрошенных.